Universal Interactive Studios. В сотрудничестве с Traveler's Tales. Crash Bandicoot против Кортекса. Вы хоть на что-то способны? Согласно моим данным, вы испортили все, что только можно! Это просто кошмар! Ухо, но это не наша вина! Во всем виноват этот коварный бандикот! Я не допущу, чтобы кто-нибудь стоял на пути зла! Особенно этот никчемный недоносок! Трэш должен быть уничтожен! Ухо, позволь мне напомнить тебе о том, что Крэш всегда находит способ победить нас. Может, он нам не по зубам? Ну, хватит смеяться, идиоты! Мы должны придумать какой-то подходящий план! Гады! Как я не люблю оказываться в подобных ситуациях! Должны же мы хоть что-нибудь придумать. Скажите, доктор, а вы случайно не занимались у себя в лаборатории какими-то новыми видами оружия? Понятия не имею, о чем ты говоришь. Доктор Кортекс, мне кажется, что он имеет в виду то оружие, над разработкой которого вы работали дни и ночи с того времени, как Крэш в последний раз одержал над нами победу. Дядя Бабай, у нас 6,5 лет! Ну, занимаюсь научными исследованиями, но мне все-таки удалось создать генетически усиленное супероружие, обладающее невероятной силой. У меня пока нет источника питания для него. Да, стихи! Правильно, стихи! Именно так! Если мы выпустим на свободу разрушающую энергию, которая создаст достаточно мощи, чтобы оживить мое секретное оружие, мы сможем уничтожать наши горы и спецами целые города! Мы всегда избавим нашу планету от этого ублюдка Краша Бандикута! Ты готов со мной чувствовать мою ярость, Краш Бандикут? Злой брат-близнец Ука-Ука снова принялся за свои злые фокусы. Я должен знать, что он планирует. Встретимся позже. Привет, братец! Ука-Ука, ты не заслуживаешь моего внимания. Что за дьявольские штучки вы с доктором Кортексом планируете проделать в этот раз? Никаких подробностей. Скоро ты сам все увидишь. Нет, только не стихи. Ука-Ука, почему ты не должен этого делать? Ты ведь помнишь, что случилось в последний раз, когда они были вытащены? Они просто сделали так, что у тебя вынесло на несколько веков назад. Не волнуйся, так он мой братец. Ты не сможешь победить их, Ука-Ука. Они для меня не опасны. Они для меня ничто.
всю ту планету, о которой ты так заботишься. Уничтожьте его! Немедленно! Это именно то, чего я боялся. Ука-Ука и доктор Кортекс освободили группу разрушительных масок, известных под названием «Стихий». Мы должны как-то остановить их до того, как они уничтожат Землю и всех ее обитателей. Единственный способ остановить разрушительные стихии — заманить их в ловушку, используя старинный кристалл. Каждую стихию можно вернуть обратно в состояние спячки, используя для этого 5 кристаллов. Мы должны действовать быстро. Коко, как там дела с новым порталом, над которым ты работала? Он почти готов, еще несколько небольших настроек, и он будет готов к работе. Отличная работа, Коко. Сейчас у нас есть идеальная возможность его испытать. Мы должны поторопиться. Все системы работают нормально. Пришло время использовать эту возможность с пользой для себя. Краш Бандикут, моя старая немезида. Как у тебя дела? Все еще собираешь кристаллы? Трудно отказаться от навязчивой идеи, не так ли? А я провожу свои дни, занимаясь более интересными вещами. Познакомься с Кранчем, моим новейшим созданием. Так это то существо, которое продолжает срывать твои планы? Должно быть, ты шутишь. Я раздавлю эту полевую мышь в мгновение ока. Кранч, совсем скоро придет твое время разбираться с Крашем. Но разве ты не великолепен? Памятник моей научной гениальности. Настоящий воин Бандикут, в отличие от тебя, Краш. Ну, знаешь, мы все делаем ошибки. Пока-пока.
я Рока, земляной элементаль. Ука-ука и доктор Кортекс освободили меня из рабства, и теперь я свободно могу уничтожать все, что встанет на моем пути. Хо-хо, даже не думай над тем, чтобы собирать эти кристаллы, потому что если ты будешь это делать, я похороню тебя заживо.